В Борисоглебском монастыре города Дмитрово, основание которого относят к середине XII века, хранится древняя икона Божьей Матери «Нечаянная радость». Пред этим образом на отвратном храме обители еженедельно читают акафист Богородицы. История этого чудесного образа описана святителем Дмитрием Ростовским в его книге «Руно орошенное». В ней говорится о неком грешнике, который жил беспутно, однако любил молиться перед иконой Божьей Матери. И однажды, когда он опять собирался на свое беззаконное дело, он стал свидетелем чудесного явления. Изображение на иконе ожило, и он увидел, как из ран на теле Христа истекает кровь. В умилении он обратился к Пресвятой Богородице и спросил, что значит сие видение. Владычица отвечала ему: «Каждый раз, совершая грехи, вы распинаете моего сына на кресте». После этого он обратился к Пресвятой Богородице с просьбой спасти его, грешную душу. По материнскому заступлению Богородицы Господь даровал этому человеку покаяние. Он оставил свою прежнюю нечестивую жизнь и остаток дней провел в вере и благочестии. В Борисоглебском монастыре на протяжении многих лет существует традиция в среду вечером читать акафист пред иконой «Нечаянная радость». На надвратном Никольском храме собираются прихожане, а за богослужением поет народный хор, который сложился более 10 лет назад. Христианской традиции перед этой иконой часто молятся о преодолении зависимости и греховных навыков, а также о даровании второй половины, рождении и воспитании детей. Каждый молящийся приходит на акафист со своей просьбой, со своей болью, и Божья Матерь утешает и помогает. Дорогие друзья, давайте мы будем молиться перед иконой Пресвятой Богородицы, просить ее о спасении наших душ, чтобы она послала нам нечаянную радость, которая так необходима пучине нашего житейского моря. Приезжайте в Борисоглебский монастырь города Дмитрово каждую среду. Акафист совершается во время вечернего богослужения, начало в 17 часов.